День добрый, на связи Амкабаски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Crash Team Racing, это 50-я часть, и сегодня мы получим последнюю желтую. Вот это. День добрый, на связи Амкабаски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Crash Team Racing, это 50-я часть, и сегодня мы получим желтый токен на уровне станции Оксида. Оксид Стейшн. Я тут что-то резко уже зашел в бой, только потом понял, что что-то я не сделал, не включил запись. Ой, ну и ладно. Сейчас записали, это главное. Я по памяти помню. Спасибо вам за то, что вы мне дали взять, уважаемый Дингодил. Ну ладно, это не проблема, это не сложная часть. Тут одна очень сложная есть, я не знаю, возьмем мы ее сейчас или нет. Вот здесь вот она будет. Реально очень гем... О, смазку, наверное, возьмем, но это не точно. Да-да-да, вот это... Да, взяли. Ну, тут еще одна есть, но она не сложная. Я, да. Ну, конечно, вторым пришел. Так, стоп, мы вторые, что за развод? Все, а ту взять это будет несложно. Где нас столкнули? Ты жестокий. Да ладно. Не, я буду смеяться, если сейчас на последнем круге мы ее не возьмем. Это будет нелепо взять самую сложную, но не взять самую простую. Ну, средняя тоже получается, допустим. Хотя тут не так сложно, но почему-то я раньше помню, я мучился. Что, он не воспользовался? Поехай. Да. Ну все, тут просто победить теперь, это не сложно. Ниже еще такого, что может нам. Мы третьи. Это какой-то глюк странный был. Игра показывает, будто мы третьи. Еще два знака стена осталось. Нет, стоп. Два или три. Три, по-моему, да? Сейчас глянем. Да, три осталось. Еще и все. Все знаки будут собраны. Есть же такая функция. Кстати, да. Не самая функциональная, но она есть. Подписываемся на канал, ставим лайки, включаем уведомления. Увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока.